Педагогический стаж Екатерины Ковалевой 10 лет. И все эти годы она работает в Савельевской школе. Сама является ее выпускницей. Так что если брать время учебы, то здесь Екатерина Викторовна вот уже 20 лет. Закончив 11 класс, поступила на заочное отделение педагогического института и сразу вернулась в родные стены. Сначала работала в качестве руководителя кружка по английскому языку. Теперь педагогом. Хотела вот всегда с детства доказать, что наша сельская школа ничем не отличается от других городских школ, и что наши дети тоже неплохие, то, что можно и с ними работать, и достигать каких-то результатов. Сегодня Екатерина Ковалева – уважаемый человек и учитель. Не только для своих учеников со 2 по 11 классы, но и среди коллег-педагогов. Сами понимаете, что значит чувствовать себя на равных с людьми, которые учили тебя много лет. Не перейти на «ты» – это само собой разумеется, но и иметь право свою точку зрения не только выразить, но ее еще и отстоять, потому что зачастую речь идет о будущем ее учеников, а она за них горой. Она добрая, хорошая. А как преподает она английский язык? Хорошо. Интересно. Учит буквам, словам разным. Победа на конкурсе в рамках приоритетного проекта образования стала для нашей героини приятной неожиданностью. Это прибавило ей уверенности в себе и открыло новый этап в педагогической деятельности, которую Екатерина Викторовна безумно любит. Люблю работу, я живу в ней практически вот уже сколько лет, 20, я не выхожу из школы. То есть это мой дом, это моя вот профессия, которую пока я не собираюсь менять, я в ней живу.